Всем доброго дня суток. Сейчас машина проедет. Всем известно, вроде бы как, что в Англии, в Великобритании левостороннее движение. То есть это ладно, об этом вроде бы знают. Но я бы хотел сказать про кое-что другое. То, что здесь, в Великобритании, нет, как у нас в России, обочин. То есть, видите, с правой стороны машина будет ехать, никуда не уйти. Вот она как прям притирается. Знаете. И с левой стороны тоже, видите. Сейчас еще проедусь, покажу. В деревне еду по деревенской дороге. Вот я сейчас, когда я сейчас на велосипеде еду, то когда сзади меня машина появляется, она меня просто по встречке обгоняет. А если вдруг появилась встречка, то есть он сразу сзади тормозит, потом только обгоняет, когда встречка проедет. Вот где бы я ни ездил, по крайней мере, и ходил, вот везде вот такая вот извилистая дорога по деревням идет. Давайте сейчас я на паузу нажму, чтобы на велосипед сесть. Вот. Получается, я еду вот по левой стороне еду. А если я пешеход, то буду идти по правой стороне навстречу движению. Видите, здесь обочины нету. Я вот ходил в город один раз пешком. Так вот, я шел по левой стороне, соответственно, и когда появляется машина, я просто вот где, видите, справа живая стена, прижимался к ней, и машины проезжали мимо. Я слышу, что машины, вот видите меня, машина объехали, а там встречка впереди. Немножко опасновато. И, соответственно, обязаны все в жилетках ходить. Я в жилетке еду. Ну, не все соблюдают, конечно. И еще в каске. Но я пока велосипедную каску не купил, пока без каски езжу. Так-то вроде бы люди тоже в касках ездят. А то есть без касок ездят и в касках ездят. В принципе, как-нибудь разберемся. Вот остановка. С левой стороны прямо находится. Вначале было непривычно. Первый день было непривычно, потом привык. И вот такая вот живая изгородь, она везде идет, и обочины нету. Вот так вот ездишь, везде там коровы пасутся, либо там овцы, коз я здесь не видел. Это вот деревенька небольшая. В принципе, и природа есть, от нашей вообще не отличается. Например, вот, что это такое? У нас то же самое растет. Вот. Это что, малина растет? Что я еще могу сказать? Вот это вот, но у нас это на сенокосе растет. Вот это вот. Трава, все то же самое, крапива, все идентичное растет. Все, что у нас растет, тоже и здесь растет. Отключаюсь. А, ну и вот моя Пайрат. Пока еще без крыльев. Все это отдельно продается. И корзинку хочу вперед поставить. А может еще в будущем багажник надо поставить.